Всем привет, с вами я, Александр Сычков, и сегодня я играю в квест Global Offensive, и мы начинаем наше видео. Да, начинаем. В общем, сегодня я приготовил дофига всего нового, поэтому давайте... давайте поговорим, и давайте уже приступим к нашей игре. Так, ищем нашего врага. И все, убиваем его. Как так? Никто не знает. Давайте в этом разберемся. На самом деле килл делается очень просто, поэтому как бы даже без прицела можно его сделать, ну, очень даже просто. Просто берете и убиваете нашего врага. Все очень просто и понятно. Ну что делать, если вас хотят убить? Например, вы уже ранены и у вас, например, 1 хп, вас еще ослепляют и все-таки хотят убить. Что же делать? Как же убить нашего врага? Просто берете и стреляете в хедшот. Нас слепят, но мы все-таки убили в хедшот. Это круто. Дальше нам нужно научиться правильно стрелять. Но это проще всего, так как вам просто нужно, ну, правильно целиться. Например, я целюсь очень даже просто. Просто целюсь в голову. Даже без прицела в хедшот очень нормально попасть. Не в тело, а просто в хедшот. Это хедшот. В общем, как стрелять вообще? Как научиться реально круто стрелять и всех просто тащить? Даже из P250 можно реально сделать крутой килл. Вот так вот. Ну, как-то так. Попробуйте сами. Итак, сейчас последний у нас раунд. И давайте посмотрим, как же сейчас все это произойдет. Как же я его убью и вообще, как я это сделаю. В общем, сейчас я его убью с ножа. То есть он просто в меня стреляет и попасть в меня не может. Хотя я бегу за ним, и он просто не может в меня попасть. Как так? Я вам все объясню позже. Итак, вообще, как научиться реально круто стрелять, и, в общем, ждем, пока у него закончатся патроны. Когда-то ведь они все равно закончатся, но так как он в нас не попадает, он нас убить не может. Зато мы круто можем убить его и закончить наш раунд, затащив. Да, это круто, и поэтому вам, наверное, это понравится. Ну что же, друзья, давайте сделаем наши последние три раунда киллы с помощью АК-47. Итак, нам нужно бежать на цель. Бежим к цели. И просто убиваем его. И, в общем, это наш второй раунд. И что наша игра нам даст в этом раунде? Так, победим мы его или нет? Давайте посмотрим. Бежим. Прячемся. Он нас стреляет, мы к нему идем и спокойно убиваем его хедшот. В общем, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока!